авианосцы США могут остаться в Средиземном море. Корабль ХРС «Трумэн» будет фактором сдерживания России и напоминанием Асаду о недопустимости применения химического оружия. США могут оставить в Средиземном море свой авианосец ХРС «Трумэн» и возглавляемую ним ударную группу для сдерживания России, сообщает Defense News со ссылкой на источники. Власти США также считают, что авианосец будет предупреждением сирийскому лидеру Башару Асаду о недопустимости дальнейшего применения химического оружия во избежание повторных авиаударов. Вместе с этим, сообщается, что сохранение корабля в Средиземном море может привести к нарушению порядка ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который оставался неизменным со времен операции «Буря в пустыне» 1991 года. Война сверхдержав. Чем РФ и США столкнутся в Сирии? По словам источников, на данный момент окончательное решение по данному вопросу не принято. Ранее сообщалось, что американский десантный корабль «Док Портленд», на котором скоро установят лазерное оружие, введен в эксплуатацию 21 апреля. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.